День короля. Апреля. День короля. И каждый нидерландец должен отпраздновать этот день. Большое количество людей из Голландии, с других стран специально приезжают на День короля, чтобы ощутить такой голландский вайб, так сказать. Интересный факт. До 2013 года отмечали день рождения королевы Беатрикс. Это нынешняя мать короля Вильяма Александра. В 2013 году она отреклась от трона и передала правление своему сыну. День короля начинают праздновать за ночь, то есть так и вечер называется, ночь короля. Всю ночь работают рестораны, бары, клубы. Люди празднуют до, скорее всего, 5 утра, и потом немного отсыпаются, и потом продолжают на следующий день. Каждый может продавать свои старые вещи, потому что именно в этот день жители могут не платить налоги за продажу товаров. Так он и называется, Flea Market. Если праздновать в Амстердаме, Амстердам делится на несколько частей. Есть Вондел Парк, например. Там только дети продают свои вещи, игрушки старые. Они какие-то перформанс делают, для людей поют. И люди, как правило, им платят больше. Одна из особенностей этого дня – оранжевый цвет. Все надевают его в честь короля. Я тоже себе такую штучку купила, буду весь день носить. У них есть даже термин «оранихекта», что означает «оранжевое безумие». И скоро вы увидите, почему. Какие у тебя ощущения? Все стоят, все в оранжевом, вон Алина тоже. Я тоже. Гавайская королева. Много красивых парней. И не знаю, что мы будем делать, сходить с ума, наверное. И я не представляю, как мы будем обратно ехать, потому что будет точно так же, вагоны забитые, но еще люди будут пьяные. Поэтому, наверное, поедем первым классом, потому что сегодня начинается пара. Вот, вот и все. Людей много. Еду только train station. Да, что? Ой, мусор. А мы, да, как голландцы. Пойдем, как дымка. Красно. Веселимся. Понятно. Вообще, мне не нравится, что здесь так много людей, но мне нравится то, что мы с хорошими людьми. Это главное. Мы в хорошей компании. Дальше... Это вся наша группа. Алексей. Okay,
Это видеоблог. Да. Только посмотрите на людей. Я в телефоне. Короче, 5 часов, и мы решили уйти с этой, с этого безумия. Нам вот эту штучку сделали. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, уходите. Сейчас ребята идут есть, а мы не идем что-то менять. Да, поэтому можно полежать. Да, я хочу лежать. Прям супер. А что вообще у нас дальше? Добрый день. Сегодня я расскажу вам о традиционном голландском празднике, который называется King's Day. Люди празднуют его, покупая предметы одежды оранжевого цвета, чтобы подчеркнуть свое уважение и, так сказать, поддержку короля Александра. Вильяма. Его Александра зовут? Да. Я к тебе вообще-то обращался, чтобы ты сказала. А, поняла. Скажи, Александра. Ну вот. Прикольно. Всем советую. Да. So far. So far, so not good. So far. So far, so good. Ты знаешь, ты на Варламова похож? А! И на Макара. А я думал, сова. Знаешь, из ЧБД Макара? Да. Да. Похож. А это где показывать будут? В Ютубе. В Ютубе? Да. Всему миру. Я понял. Получается, всему миру. Калайсен. Жахсы. Калайсис. Я что, взрослая женщина? Да. Нет. Ну так, ребята, на этом все. То есть тут нужно не обязательно что-то сдать, тут просто нужно участвовать. И надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, потому что мне это очень поможет и будет мотивировать.